Взамен военного билета – обычная справка. С этого года вступают в силу новые правила, согласно которым военный билет не будут выдавать тем, кто не прошел военную службу без законных на то оснований. Проще говоря, уклонистам вместо военника по достижении 27 лет выдадут всего лишь справку. Об этом на встрече с журналистами рассказал военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов. Справка взамен военного билета – это официальное название документа, который получат те, кто всеми силами избегал прохождения воинской службы и дожидался заветных 27 лет. Раньше уклонист получил бы на руки военный билет, теперь же стимула скрываться от призывной комиссии нет. Со справкой перспективы устроиться на работу в госорганы или в силовые структуры будет закрыта навсегда. Данная справка имеет все степени защиты и также является бланком строгого учета, так же, как и военный билет. То есть те граждане, которые сегодня уклонялись и не явились в военкомат, у них будет вот эта справка. Граждане, которые отслужили или не служили, имея на то законные основания, будут иметь при себе военный билет. Законных оснований на отсрочку целый перечень, он не изменился. В основном это учеба, причины семейного характера или проблемы, связанные со здоровьем. Кстати, статистика по отдельным заболеваниям, отметил военком, немного становится лучше. Однако здесь нюанс. Отчасти это связано с тем, что в отдельных населенных пунктах возникают настоящие вспышки, скажем, плоскостопия или язвы, и после тщательных проверок выясняется, что диагнозы, мягко говоря, липовые. Юноша отправляется в армию, а материалы дела по конкретному доктору в органы полиции. Идет поток, допустим, как я сказал, в пример заболеваний язвенной болезни. Соответственно, мы проводим анализ, почему с данного района такое количество заболеваний. То есть нужно определить, действительно это или нет. Соответственно, назначается комиссия, выезжает в район, изучает все медицинские документы, работают в поликлиниках, работают в стационарах и приводит к тому, что если есть заболевание, оно является законом. Если нет, оно очень легко это все вскрывается, и, соответственно, диагноз снимается у призывника. Состояние здоровья и желание призывника – основные критерии при отправке новобранцев к месту службы. Большинство хотят, конечно же, ВДВ и спецназ, но далеко не все смогут выдержать нагрузки в этих родах войск. Служить волгоградские ребята будут в большинстве своем в пределах Южного военного округа. 800 человек и вовсе останутся в частях нашего региона. Общий план по осеннему призыву в этом году 2000 человек. Каждому из них выдадут электронную пластиковую карту, обмундирование подгонят точно по размеру, а в дорогу новобранцев снабдят не сестерами, наборами со средствами личной гигиены. Это, кстати, новшество еще с прошлой призывной кампании.